Начнем с происшествий. В ночь с пятницы на субботу серьезный пожар произошел на турбазе «Ангарская горка». Загорелся административный корпус. Как сообщает служба ГУ и ЧС, люди в огне не пострадали. Но вот имуществу нанесен большой урон. Огонь уничтожил здание площадью 200 квадратных метров. Кроме этого, сгорел стоящий рядом автомобиль. Пламя тушили 6 машин и 20 человек. Возгорание началось в 10 вечера, но полностью справиться с огнем удалось лишь к 6 утра. Само здание представляет собой трехэтажное деревянное здание. Пятой степени огнестойкости, освещение электрическое, кровля металлическая по деревянной обрешетке. Значит, на момент прибытия автомобиль, который находился возле самого здания, полностью был охвачен огнем. И также все три этажа по всей площади также были охвачены огнем. По факту пожара отдел надзорной деятельности проводит проверку, в результате которой будет установлена причина. По предварительной оценке ущерб составил 13,5 миллионов рублей.